Несмотря на запрет посещения туристических объектов, внутри Даугавпилского зоосада кипит жизнь. Ведется активная научная и организационная работа, облагораживается и улучшается среда для проживания животных, ведется ремонт кормокухни. Самым большим изменением подвергся ранее неиспользуемый уголок первого этажа, где происходит оборудование зоны для гидробионтов, обитателей водной стихии. Благодаря этому экспозиция зоосада расширится на 30%. С одной стороны, мы не можем все запускать посетителей, с другой стороны, вот этот карантин, он дал такие... Это как подарок сверху дал то время, которое мы никогда не могли до этого сделать для работ, которые невозможны при посетителях. Это такие достаточно масштабные ремонты, переоборудование, вырезки террариумов, наклейки растений. С посетителями это сделать нельзя. А без посетителей сейчас мы готовимся, и когда разрешат наконец-то, и мы очень ждем, что все к нам приходили, мы встретим их обновленными, улучшенными, расширенными, потому что откроется, ну, наконец-то разрешат открыть этот зал, когда пройдет карантин, вот, который увеличит на 30% количество нашей площади и животных. Это зал гидробионтов, профинансированный Latvia Swedes Aizsardzības фондом. Мы очень ждем, что наконец-то придут нам посетители. Соблюдая все меры эпидемиологической безопасности, сотрудники зоосада следят за здоровьем и приплодом своих питомцев. Некоторых приходится даже выхаживать в домашних условиях, например, обезьян-тамаринов. Другие же ожидают появления своих партнеров для создания семьи. Подружку из Испании сейчас ждет самец выдры, проживающий в зоосаде уже больше года. Эта семья должна будет поселиться на первом этаже заведения, в зоне гидробионтов, где для них выделен отдельный резервуар. Большим плюсом для Даугавпилского зоосада является то, что несколько лет назад это здание было утеплено по проекту самоуправления. Особенно хорошо это чувствуется сейчас, когда температура воздуха снаружи опускается до минус 20 и ниже градусов. Внутри удается поддерживать стабильную теплую температуру около 25 градусов Цельсия, что благоприятно сказывается как на здоровье животных, так и на затратах на отопление. Сотрудники зоосада прилагают все усилия для того, чтобы после завершения пандемии COVID-19 посещение царства животных превратилось в настоящее путешествие в сердце дикой природы. Обитатели зоосада также истосковались по вниманию посетителей и будут готовы показать себя во всей красе. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.